съемка и на наше пошла. Выступление. Да. Вот, порвало. Все-таки порвало. Мне нравится то, что написано было во втором послании Тимофею, потому что во втором послании Тимофею вся первая глава апостола Павла – это глава на тему мотивация. Он мотивировал молодого человека, который потух, который опустил руки, который был сражен страхом, который был уставшим, на которого оказывалось сильное давление. We'll be right back.